Каждый раз главная сцена международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске удивляет своих зрителей и артистов по-новому. И этот раз не исключение. Летний амфитеатр в Витебске – это не только визитная карточка города, это один из узнаваемых архитектурных символов страны. Кстати, у главной сцены международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске – юбилей. Ей исполнилось 35 лет. 86-87 год. Принято решение, что в Витебске пройдет первый фестиваль польской песни. Где его проводить? Зала не было, был построен амфитеатр. Конечно, не такой, наверное, масштабный, как сейчас. Без крыши, там больше 3000 мест, сценка небольшая. И вот уже 32-й фестиваль, мы имеем вот такой огромный амфитеатр. В этом году перед организаторами стояла непростая задача – модернизировать арку летнего амфитеатра. Как видим, у них это получилось. Арка сделана по всем совершенно требованиям современности. Это большое светодиодное полотно, на которое можно будет транслировать все, что угодно. И оно именно станет частью нашей сценографии. Кстати, арка самой знаменитой площадки в Беларуси последний раз реконструировалась в 2007 году. Для мощного контента компьютерной графики используется много экранов, которые установлены по всему периметру сцены и на потолке. Центральные экраны и экраны над ярусами перемещаются, создавая при этом различные эффекты. Благодаря таким технологиям можно создавать любую картинку, как для зрителей в зале, так и для телевизионного эфира. А вот здесь, наверху летнего амфитеатра, происходит что-то интересное и необычное. Здесь очень много техники, мне как девочке не понять ничего. Что здесь находится? Здесь находится звуковое оборудование, пульт управления, осветительным сервера, видео, захвата контента. И плюс еще управление кинетической, кинетикой сцены, то есть скоростными лебедками, какими-то подъемниками, еже с ними. На сцене одновременно могут находиться почти 1500 артистов. Вместимость концертного зала также впечатляет. Ведь здесь помещается более 6000 зрителей. Руслан, расскажите, пожалуйста, звуковые новинки в этом году будут? Нет, новинок не будет, потому что зачем что-то делать новое, если все и так хорошо работает и уже работает в течение 32 лет. Оборудование из известной компании, которая входит в тройку лучших брендов мира, это признано всеми саунд-инженерами, у нас оно есть, к счастью. До открытия Славянского базара остаются считанные часы, но мы еще раз поздравляем с юбилеем главную сцену международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.